В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививку от гриппа сделали уже более 727 тысяч жителей региона. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Дело в том, что я сейчас работаю на удалении, я компьютерщица, но это же не значит, что мы никуда не ходим. То есть хочется сходить и в кино, и в театр, на концерт, в гости, ездить в транспорте однозначно. И поэтому не вакцинироваться для меня, например, просто страшно. То есть очень не хочется болеть, однозначно много планов на эту жизнь. И вакцинация, я думаю, убережет меня, если уж не от заболевания, то, по крайней мере, от тяжелого течения болезни.